фотография сделана моей мамой, Егоровой Алевтиной Елисеевной, которая хоть прожила недолгую жизнь, всего 51 год, но оставила после себя большое наследие, в том числе и огромное количество фотографий. Мы находимся у территории Свято-Троицкого мужского монастыря, который был основан в 1566 году по указу царя Ивана Грозного. У монастыря была непростая судьба. Только в 1993 году началось восстановление его. На фотографии монастырь запечатлен в 1976 году, заброшенный, заросший деревьями, но такой же красивый и интересный. Рядом находится здание художественного училища. Посмотрите, каким оно было на фотографиях 1972 года. Вот эти фотоаппараты, которыми мама фотографировала, они до сих пор в рабочем состоянии. И, в принципе, ими можно фотографировать. Это «Зенит Е» и первый ее «Зоркий». Кроме фотоаппаратов, она пользовалась вот таким экспонометром, который определял чувствительность света. И чтобы правильно выставить параметры, выдержку и диафрагму, она использовала его. Всю жизнь она фотографировала и сама печатала их дома. В нашем семейном архиве более 30 альбомов с черно-белыми фотографиями, в каждом из которых порядка 200 фотографий. Это более 6 тысяч снимков. Среди них есть серия уникальных фотографий с видами старого города. Так как она изучала историю города, и, конечно, так же, как и большинство из нас, кто живет и вырос здесь, любила Чебоксары. Я люблю черно-белое фото городов, интерьеров, людей. Словно вижу забытое что-то через время и гул площадей. Не нужна экспрессивность оттенка, чтобы выразить радость и боль. Если Волга, пусть будет моренго, если небо, то белая соль. Не вернется обратно мгновенье, не раскрасится ярче пейзаж. Собираются тонкие звенья в черно-белый контрастный коллаж. Отзвучала высокая нота, на секунду в пространстве продлясь. Я смотрю на старинные фото, и времен не теряется связь.